Два разных тайма совершенно сегодня получилось. В первом много атаковали, владели инициативой. Во втором игра закипела, если можно так сказать. Почему ты хочешь? Ну, естественно, забили первый гол. Должны были еще забивать, были моменты, но забили. Естественно, во втором тайме чуть-чуть увеличил давление, поэтому получилась такая нервная игра и концовка. Насколько вам привычно на позиции в тройке справа? В принципе, по сути, то же самое. В любом случае, я смещаюсь как правый защитник туда поближе к бровке, поэтому все привычно, все отлично. Нет немножко таких привычки вперед уйти на месте Марина? Ну, это тоже не запрещается по моменту, поэтому какие-то по этой игре были моменты, когда мог подключаться. Чуть-чуть про концовку, очень она эмоционально получилась, как это все было изнутри? Да и нет, но опять же, сейчас есть все видеоповторы, еще что-то. Моя компетенция обсуждать моменты. Вот, мы играли, старались и выиграли эту игру. Вообще какие-то еще непонятно, что с тобой. Ну нет, просто, наверное, из-за того, что еще долго просматривает, так стоишь на поле, естественно, непонятно, что, как. Смешанные чувства, ждешь, какое решение судья вынес. А так, ну, к нашему счастью, что я решил так. Следующий матч со «Спартаком». Насколько готовы? Какие ожидания от матча? Да нет, ну, естественно, сейчас мы отдохнем и будем готовиться. Там тренер подскажет, так все отлично.